Всем привет! Я Бойко Валерий, тренер команды «Прыжок в жизнь», и я постоянно пытаюсь раскрывать секреты подготовки в роупскиппинге. Сегодня счетчик, который многие спрашивают, где купить, как купить. Есть механический, есть электронный счетчик, есть счетчик на телефоне. Сегодня я вам покажу электронный счетчик, который я случайно сегодня приобрел в городе Орле в магазине «Всем для шитья», где женщины покупают иголки, нитки и так далее, тому подобное для вязания. Оказывается, там у них тоже есть счетчики, продаются. Счетчик называется для подсчета пяти, это нити вязания, сколько вот вы сделали нити по вязанию. Вот электронный. Сброс и кнопочка счета на каждый прыжочек. Есть специально одеть на палец, удобно. В принципе, для подсчета прыжков достаточно удобно. Сброс нули, ноль. Вот. Стоит 70 рублей. Вот упаковочка. Производство Китай. Если вы зайдете и увидите там такой счетчик, достаточно. Для тренировок очень удобная штука, я вам скажу. Замечательно. Маленький, удобный, легкий. Как только вы не работаете, он выключается самостоятельно. Спасибо за внимание.